Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 июля. Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове под Москвой в 1757 году в купеческой семье. Его мирское имя и фамилия неизвестны. 16 лет вступил он на иноческий путь. Вначале преподобный нес послушание в Троице-Сергиевой пустыне, расположенной в окрестностях Петербурга на берегу Финского залива. Пустынь принадлежала Троице-Сергиевой лавре. В обители будущий миссионер подвязался около 5 лет. Желая полного уединения и безмолвия, преподобный Герман удаляется на Валаам. Валаамский монастырь, расположен на островах Ладожского озера, бывал отрезан от внешнего мира до 8 месяцев в году. После тщательного испытания различными послушаниями игумен Назарий благословил молодого подвижника на постоянное жительство в лесу, в пустынном уединении. По праздникам, приходя в монастырь, преподобный нес клиросные послушания, у него был прекрасный голос. В Валаамской обители святой Герман принял монашеский постриг. Его мнение, есть мнение, что святой Герман пришел на Валаам в 1778 году. В том же году преподобный Серафим пришел в Саровскую обитель. Обстоятельства жизни преподобного Германа на Валааме напоминает об уединенных подвигах его великого современника, саровского чудотворца. Подобно преподобному Серафиму, валаамский подвижник отличался исключительным и проникновенным знанием духа и буквы Священного Писания, творения святых отцов и учителей церкви. Духовным руководителем и наставником будущего миссионера был игумен Назарий, саровский старец, который ввел на Валааме устав Саровской пустыни. Таким образом, благодатный строй саровского подвижничества, в котором совершалось духовное возрастание преподобного Германа на Валааме, стал неотъемлемой частью его души и сделал его родным и исключительно близким по духу преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу. Есть сведения, что преподобный Серафим пользовался в свою очередь наставлениями старца Назария во время его жительства в Сарове. Через 15 лет пребывания преподобного Германа на Валааме Господь призвал смиренного инока на апостольское служение и послал его проповедовать Евангелие и крестить язычников малообжитого и сурового края Аляски и прилегающих к ней островов Северной Америки. С этой целью в 1793 году была создана духовная миссия, получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк. Руководителем миссии был назначен архимандрит Иосаф Болотов, инок Валаамского монастыря. В числе прочих сотрудников миссии было еще 5 иноков Валаамского монастыря, среди них и преподобный Герман, которому Господь благословил потрудиться в благовестии дольше и плодотворнее, чем кому-либо другому из членов миссии. По прибытии на остров Кадьяк миссионеры немедленно занялись постройкой храма и обращением язычников. 1794 года, сентября 24-го, живу на острове Кадьяки. Слава Богу! Более 700 американцев перекрестил, да более 2000 браков обвенчал. Состроили церковь, а время позволит, сделаем другую. Да походные 2, а то и 5-ю нужно сделать, замечает в одном из писем архимандрит Иосаф. Отец Германа на новом месте поначалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйственными заботами миссии. Под руководством архимандрита Иосафа, позднее епископа миссии, находилось недолго. Во время бури в 1799 году преосвященный Иосаф со своими спутниками погиб в волнах океана. На помощь оставшимся в живых миссионерам в 1804 году был командирован только один иеромонах Александра Невской лавры – Гедеон. Он на некоторое время возглавил миссию. Его заботами была устроена школа для детей крещенных алеутов. В
В 1807 году иеромонах Гедеон навсегда покинул стан миссионеров, возложив всю ответственность на преподобного Германа, который до самой кончины своей оставался духовным отцом, пастырем и попечителем душ человеческих в доверенной ему миссии. Преподобного хотели посвятить в сан иеромонаха и возвести его архимандрита. Но смиренный инок отказался от какого-то ни было возвышения и до конца своих дней пребывал простым монахом. Преподобный Герман был для местных жителей истинным добрым пастырем и защищал их как мог от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только объект для жестокой эксплуатации. Поэтому не было бы ничего удивительного, если бы новообращенные отвергли веру пришельцев, которые стали все чаще выступать в роли эксплуататоров и угнетателей, приезжавшие с целью наживы промышленники, и вернулись бы к своим суевериям. В том, что это не произошло, великая заслуга преподобного Германа, непоколебимо и настойчиво, не имея никакой поддержки, кроме своей пламенной веры, старец продолжал свое заступничество за обиженных и угнетенных. Видя в этом свой долг и призвание, сущность которого он выразил удивительно простыми словами: «Я нижайший слуга здешних народов и нянька». Тайные подвиги и келейные молитвы старца оставались неведомыми миру. Но виден был окружавшим свет его благодатной жизни, проходившей в условиях полного самоотречения, нестяжательности и сурового пренебрежения всеми удобствами. Одежда его была самая убогая и очень ветхая. Всем своим видом, всеми привычками старец Герман живо напоминал современникам древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и богоугождения. Беседа старца производила на слушавших неотразимое впечатление. Особенно поражали собеседников ясность его мыслей, отчетливость и быстрота суждений. Божественная благодать, наполнявшая душу преподобного Германа, преображала сердца людей, общавшихся с ним. Ярко свидетельствует об этом случай с Яновским, правителем администрации российско-американской компании, приступившим к своим обязанностям в 1817 году. Семен Иванович Яновский, аристократ по происхождению, был человеком всесторонне образованным и начитанным, но его религиозно-философские взгляды сводились к модному в те времена деизму. Деизм – религиозно-философское учение, распространенное в XVII-XVIII веках, допускавшее существование Бога лишь как первопричины мира и отрицавшее существование Бога как личности. Христианство он по существу не знал, хотя формально считался христианином. Православие, церковь, таинство были для него понятиями, не заслуживающими серьезного внимания. Преподобный Герман много беседовал с ним. Впоследствии Яновский писал: «Такими постоянными беседами и молитвами святого старца Господь совершенно обратил меня на путь истины, и я сделался настоящим христианином». Он называл старца святым мужем, великим подвижником. Как великую драгоценность он хранил у себя письма преподобного Германа. Такое же благоговение к личности святого испытывали многие другие его современники. Отец Герман жил сначала возле храма миссии, на Кадьяке, а после переселился на близлежащий остров Еловый, который назвал Новым Валаамом. Остров Еловый был последним приютом в многотрудных апостольских странствованиях святого старца. Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кончины и объяснил, как похоронить его. 13 декабря 1837 года он попросил зажечь перед иконами свечи и почитать деяния святых апостолов. Во время чтения о трудах святых благовестников святой старец Герман перешел от земных трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни. Над могилой старца первоначально поставлен простой деревянный памятник. Затем сооружена скромная деревянная церковь, освященная во имя преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. В этом храме хранится старинное изображение преподобного Серафима Саровского, находившееся в келье святого старца Германа при его жизни. Старец любил и чтил своего прославленного современника, единодушного с ним великого работника на Божьей ниве. Господу было угодно одновременно благословить на великий подвиг служения людям этих двух благоговейных любителей безмолвия и умного делания. Преподобный Герман с любовью отзывался на нужды и скорби людские в дни своей земной жизни. Не оставляет он в беде взывающих к нему и после своего представления.
Наиболее известный случай молитвенного предстательства преподобного Германа находится в жизнеописании первого православного епископа в Америке, святителя Иннокентия, память 31 марта и 23 сентября. В 1842 году святитель на бриге Охотск направился на остров Еловы. Из-за бури корабль долго не мог войти в гавань, и жизнь команды пассажиров была под угрозой. Святитель Иннокентий обратился с молитвой к преподобному Герману. «Если ты, отец Герман, угодил Господу, то пусть переменится ветер». Не прошло и четверти часа, как ветер переменился и сделался попутным. И вскоре святитель, спасшийся от бури, служил панихиду на могиле преподобного Германа. С 1860 года Русская Православная Церковь знала о большом местном почитании памяти старца Германа на Кадьяке. В 1867 году один из аляскинских епископов составил записку о его жизни и чудесах. Первый публичный доклад об отце Германе был напечатан в Аламском монастыре в Финляндии в 1894 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.